Всем привет! Мы продолжаем проходить Fatal Frame. Значит, на прошлом стриме мы изгнали женщину, которая катала свою сестру на коляске. И она выехала вот отсюда. Вот, пожалуй, туда мы и пойдем. А только на какой этаж? Попробуем на третьем, да, ее поискать. Там на третьем этаже особо далеко нельзя было пройти, но глянем, вдруг какой-то проход появился, еще что-то. Этого коляска мешала. Так. Угу. Она, значит, зашла обратно в лифт, а почему? Мне интересно, мне за ней надо или нет? Камень духа, целых 15 штук, кстати. Так, 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 давай, камера. Вот, 25 у меня камней есть. На что хватает? Давай на радиапазон прокачаем. Пойдет. Так. Может быть, на четвертый попробовать уехать. Потому что тут-то прохода нет. Но здесь я тоже был. Тут особо не разгуляешься, конечно. Вот сюда бы попасть, вот в эту часть. Ладно, давай попробуем, в общем, ездить на четвертый этаж. Вдруг там будет что-то интересное. Не знаю, тороплю ли я этим самым событие или нет. Нет ответа. Ага. Так. Ну, если нет ответа, значит, давай ее ловить где-то на этажах. Второй, допустим. По идее, мне должны ее показать. Странно, мы не так давно, в принципе, с ней дрались, и опять надо как-то ее бить, что ли? Так, тихо, тихо, аккуратненько. Оп. Помощнее, наверное. А, куда он делся-то? Дружок, далеко-то не отходи. Куда он? Куда он пропадает-то постоянно? Ну, он за стенкой где-то, по-любому. Так, и скорее всего он сзади. Где он? Куда делся? А, вот, все, я его вижу. Ну-ка, дружок, иди-ка сюда. Пойдет. Так, ну и контрольный, да? Ах, наверное, не попал. Да, он и сейчас в этот момент, когда я его сфотографировал. А где он? А, вот, все. Пойдет. Так, и знать-то мы его изгнали. А для чего? Туда никак не попасть. Слушай, она может быть на первый этаж укатилась вообще? Давай попробуем на первом этаже ее посмотреть. И лифтом уже я не буду пользоваться, так пройдем. Первый раз мы ее встретили коляской, она была на улице. Не очень-то хорошо помню даже, как туда выйти. Ладно. По идее, тут выбор небольшой. У нас всего же два это
сколько? Ну да, 3 этажа, по идее, но они не очень большие. Вот тут она была. Сейчас ее тут нету. Тогда где она может быть? Как вариант, на втором этаже ее надо искать. И прям смотрю истории этой женщины своей сестрой на коляске. Прям большое время уделено. Скорее всего, про нее прям вся глава будет до конца. Ладно, давай сбегаем на второй. Кстати, еще подвал есть. Может, с подвала начать? А вдруг? Так, назад. Да, выйти. Или с третьего этажа начать. Короче, я заблудился, походу. Надо? Обойдем сначала второй этаж. Там дальше посмотрим. О, кстати. А я не помню вот этой двери. Ну, как бы я ее видел. А кто здесь? Мне кажется, кто-то в окошке торчит. Только какой этаж? О. Угу. Что-то появилось на фотографии. Цветущие пациенты. Может, мне вниз? Обратно? Ну, типа, раньше их не было, а сейчас появились. Кстати, вон еще какой-то проход тоже. А, я понял. Ладно, давай на выход. Ну, застряло что-то. Давай попробуем туда, вот где у них цветущие пациенты были. Пробуем туда пройти, вдруг получится. Тут главное нити повествования не упускать, иначе ты просто потом... Вот так же, как я сейчас... Большой промежуток сделал, теперь будем сейчас туда-сюда гулять по комнатам. Не, ну когда-то по-любому что-то найдется. Так, вот эта дверь, да, она ведет на улицу. Попробуем прям до убора пройти. Так, что-то есть. А. Здесь же у нас зеркальный камень. Все отлично. Вот от подвала. А там же было написано. Кстати, привет. А, там было написано в одной из записки. Что там, 1956, по-моему. Я с другой этой какого запарился загадкой. Там что-то про полнолуние, эти какого. Типа ребуса надо решить. Там типа 2 умножить на 7. Еще там какие-то цифры. Так, и вроде все. Куда же идти-то? Значит, я был на третьем этаже. Баба с коляской выехала. Точнее, въехала в лифт. А где ее теперь ловить? Интересно. Не знаю, можно как вариант просто тупо все пробежать вообще.
Он тут особо недалеко. Так, это подъем. Угу. Потом вот сюда. Ну, это электрощиток, тут все дел. Кстати. Что это за дырка? Раньше ее не было, по-моему. Давай сюда пройдем. А вдруг? Тут хотя и комната ритуальная дальше идет. Я думаю, что она на финального босса заточена. Подобное было, по-моему, во второй части. Ну, очевидно, да, закрыто. Ладно. Здесь же ничего дергать не надо, да? Нет, тут не надо ничего дергать, ничего включать. Тут надо просто встретить. Вот я в прошлый раз каталкой эту тетку нашел в коридоре. И вот просто надо было идти за ней. Но сейчас как-то подсказка не очень хорошо сделана. Потому что она тупо въезжает в лифт. А дальше-то что? Вот куда она на этом лифте поехала? Так-то вариантов много. Ну вот, допустим, это первый этаж. Первый этаж мы можем обойти. Давай обойдем по самому длинному пути. Пойдем через столовку. Не думаю, что тут кто-то есть. Но мне кажется, если тут долго бегать, игра начнет оказывать. Так, а по карте особо же развилок нету, да? Ну да, тут такая кишкообразная. О, здрасте. Не успел, бля. Долго крутился. Печально, печально. Мог бы тыщенку другую заработать. А в прошлый раз тоже вот здесь вот я просрал момент. Кто-то с чердака тут вываливался. Что-то мне не везет на этот коридор. Но, в принципе, если кто-то появился, то что не исключено, вдруг иду правильно. Ну и все, и мы, короче говоря, в фойе. Так, что-то где-то есть. Оп, иди-ка сюда. Ай, чик, чик. Мое, красный камень. 5 штук. Не густо, но хоть что-то. Так, вряд ли они наверх, да, поднялись. Что-то мне сдается, надо все равно шерстить третий этаж. Прошлый. Тихо. Кто здесь? Оп. Кстати, появляются предметы там, где их не было. Может, есть правда резон туда-сюда бегать. Так, на улице я уже был. Кстати. Кстати. Давай-ка вот мы сюда зайдем. Где у нас музей был. Вот, вот сюда. Тут вообще, да, тишина. Нет, что-то есть. А что-то это что? Где находится? Походу вот в этой витрине опять. Может, с другой стороны?
О, нашлось. Оп, оп. Забрали. Короче, я пятнашку красного камня уже собрал, пока просто так тут бегаю. Почему бы и нет? Так, и давай, наверное, качнем. Не, я лучше еще покоплю. Максимально сразу же улучшить. И все. Так, кстати. Оп. Переключимся. Вдруг драка начнется. Тут у нас библиотека, да? Ну, тут ничего такого нету. Ладно, погнали, короче, наверное, в сторону лифта и сразу же на третий этаж. Только по долгой дороге пойду. Так, это проход на улицу опять. Подожди, их два что? Да нет. Это проход в столовую. Ну да, все верно. Короче, еще раз пойдем, сходим, посмотрим, что там на втором, ну и на третьем этаже. А так, пока идей не особо. К тому же на меня призрак начал на третьем этаже нападать. Вариант. А вот колясочку эту, вот вообще что, никак не отодвинуть. Вот тоже проблема, да? Пни ты ее ногой, да пройди спокойно. Женщина. Ну, на третьем этаже ход пока только вот один. Я думаю, проход за коляску появится после того, как мы окончательно избавимся от этого призрака, который с каталкой. Вот про нее прям глава закончится и будет проход. Я думаю так. Еще 5 камней. Ну это замечательно. Так. Да, да. Все. Балдеж, полная версия. И еще что-то есть. А, вот, на полочке валяется. Хотя странно, я тут был. Ленточный магнитофон. Все еще работает. Ну, давай попробуем с корявым переводом послушать. Вот этот я подобрал. Запись началась. Как ты? Как ты себя чувствуешь? Я такая же, как она? Она сказала, что да. Она сказала, что я медиум. Я вижу. Понимаю. Все в порядке. Нечем беспокоиться. Я знаю, она сказала, что пока мы вместе, я не стану таким, как она. Верно? Может, попробуем эту процедуру? Но не особо-то информативно что-то, как-то пленка была. Ладно. Продолжаем шерстить кабинеты. Может быть, тупо в какую-то комнату надо зайти, чтобы скрипт сработал. Кто знает. Это Total Frame, тут возможно все. Так, что-то есть. Что-то где-то, это где? Ага, вот, нашлось. Аккуратненько. Меня что-то за руку давно не хватали. Оп, десяточка камней. Вообще балдеж, а давай-ка мы слушаем. Я что-то бегаю, просто прокачиваюсь. Так, камера. 15.
И да, вот так. Да, давай заряд. Потихонечку будем ползти, качать синие штучки. Так, может быть здесь что-то. Вот здесь у нас, по-моему, подружка сидела, да? Все, закрыто. Что-то тут, кстати, не очень знакомый коридор, по-моему. Да, я, походу, тут и не был. Будем надеяться, что я нашел. Здорово, Альф. Заперт. Ага, вот. Вот и нашлась нить повествования. А здесь у нас, ну, все закрыто. Классика. Так, давай, фоткаем. А, ближе надо. Вот так. Вот так. Надо просто серьезно подойти и красную инвалидную коляску сфотографировать. В какой-то комнате, кстати. Она же не в комнате, я ее видел только. Вот в чем проблема. Что там? Пока ДНС молчит насчет моей видеокарты, видимо, они хотят, чтобы 45 дней прошло, вернуть мне день рождения. Нет, они тебе... Надо за девчонками идти. Пока не исполнится 45 дней, я тебе тоже об этом уже не раз говорил, пока не пройдет ровно 45 дней, они тебе вообще ничего не скажут. Ничего молчать не будут. Денежные средства, это уже по факту будешь с магазином решать. Техподдержка, сервисный центр, это они вопросы денежные не решают. Они говорят либо да, либо нет. Ну, типа, можем починить, не можем починить. Но вообще, я на твоем месте не надеялся, то, что тебе бабки вернут. Тебе, скорее всего, видюху починят. А вот будешь ли ты ее отремонтированную принимать или нет, это уже дело другое. Я вот материнку не стал принимать после ремонта. Хотя они сказали, что ремонт не требуется, проверять другие комплектующие. Но все равно, раньше 45 дней они тебе вообще ничего не скажут. О. И коляска пропала. Девушки идут куда-то. За 500. Девушки идут куда-то за 500. Коляска пропала. Вот у нас и проход появился. Вообще балдеж. Но не зря я пробежался по разным этажам. Я собрал кучу камней. Жалко, пленки не собрал. Это немножко печально. Вот он, новый коридорчик, в котором я еще не был вообще. Поэтому тут надо аккуратненько. Вот, гадалки, не ходи, сейчас в этом коридоре кто-то будет нападать. Потому что вот любят они тебя с призраками, которые прячутся за стенками, сталкивать. Вот в таких вот узких помещениях. Да нет, не, они не то чтобы недобросовестные. Есть определенный у них регламент. Раньше времени, нехер дергаться. Все. То есть, Ну, к примеру, тебе дают работу, да, тебе говорят, вот ты ее должен выполнить за 20 дней. А заказчик тебе берет и говорит, а что ты на 12 день-то ничего не сделал, я ж тебя жду. Тут то же самое. Есть определенный регламент, ждать 45 дней, все. Раньше тебе никто ничего не сделает. Она может быть уже и отремонтированная у них лежит. Она может быть даже не открывалась, не делалась, но ровно... Спустя определенное время они будут ей заниматься. Понимаешь, если бы там одна такая видеокарта была, ну ты представляешь, сколько могут людей сдавать подобную технику? Они же не могут тоже там на всех разорваться. Так, девчонки заглядывают в комнату. Это все, конечно, здорово. Но мне кажется, сейчас в этой комнате будет лютая драка. Да, и мне еще и не зря пленочки дали. Зеленовой. Ну, давай тогда поставим ее. 11 кадров у меня всего лишь. Не густо, конечно. Что делать?
Так. Комната со скримером, кстати, я на обзоре ее видел. Симпатично тут. Ну, они, может быть, знаешь, там чисто чтобы утешить, короче говоря. Говорят тебе, сделают раньше, мы естественно, естественно вам это все отдадим. Но будем реалистами, раньше никто ничего не будет даже делать. Давай скримерок поймаем. О, вот так вот. Это был такой легкий скример. Десять камней. Так, а чё на меня никто не нападает-то? Должны же. Вот там еще проход с гробами. Чуланчик. Так, ну давай изучать потихонечку. Чё там? А, гроб. Так, чё там? 64-й, 59-й. В смысле 64-й, 59-й? Наверное, 904-й, 59-й. Мисаки, кстати. Я, пожалуй, запишу этот номер. Все-таки придерживаюсь того момента, что в Fatal Frame лучшие номера, которые тебе дают, любой номер, лучше записывай. Потому что никогда не знаешь, какой именно пригодится. Когда будем проходить Dreadout, ну вообще особо не планировал, еще пятая часть Fatal Frame не пройдена. Пройдена только первая, потом пройдена вторая на Wii, третья не пройдена. Вот сейчас четвертую прохожу, пятую еще планирую. А так насчет Dreadout, не знаю, пока не думал. Видел пару раз эту игру. Но как-то мне как-то она не особо зашла. Такое ощущение прям очень не очень хорошая копирка под Fatal Frame. На 9 мая без понятия. Если вот работать не буду, то может быть пожрем шашлыков. А так не знаю, можно просто пойти да заказать готовые, привезут тебе хоть к подъезду. Так, я родился, чтобы умереть, но ты был другим. У нас в жилах одна кровь, но ты был живым. Поэтому ты должен был умереть, пока ты был жив. Будем иметь в виду, что это машинный перевод, так что какие-то моменты, может быть, переведены неверно. Если ты можешь быть живым, пока ты тоже мертв, мы сможем вернуться в нашу маленькую комнату вместе. Так, во-первых, если ты можешь быть живым, но только не живым, а живой. Письмо Кагери Сэндо. Скорее всего, это все-таки обращение к девушке. Если ты можешь остаться в живых после смерти, раковина закроется плотно. Если ты сможешь остаться в живых после смерти, цветы останутся цвести вечно. Ты это я, наконец-то ты стала мной. В этом месте я расцветаю навсегда. По-моему, излишняя какая-то фанатичность у нее была к своей сестре, которую она катает до сих пор. Внутри ничего нету. Кстати, года те же самые. Еще один гроб. Уже два одинаковых гроба. Почему здесь так много гробов? Ребят, я не в курсе. Так, что-то есть. Вот только где? В этой комнате это? Нет, скорее всего, вам на каталку надо идти. Оп-оп-оп. Я вот вообще не представляю, как люди лобали в нее на Wiimote контроллером. Даже жесть вообще. Ключ убывающей луны. Ну, короче, кленовые листья, узор для комнаты убывающая луна. Я думаю, это ключ к моей комнате. Да, мне назад.
где мы девчонок мелких встретили. А все, больше никто нападать не будет. Я думал то, что мы вот в этой комнате конкретно будем с призраком бодаться. И мне еще вот интересно, что тут за шторкой, когда ты заходишь, появляется синяя палка. Нет? Ну да. Короче говоря, это синяя палка и есть ключ. Ну это прям вот вообще очень люто пахнет готикой. Женский манекен в патрисовской майке. Майки? Это корсет. Она больше башкой не вертит, да? Ну да, это такой легкий скримерок. Этот гроб позже откроется. В обзоре где-то видел. И, наверное, вот тогда мы будем с ней драться. Вот эта сестра, которая вот... Вторая. Которая, по-моему, на каталке катается. Ладно, пойдем. Нужно назад ключ принять. Закрыто. А вот и драка. Нет еще? Женщина в черном у гроба. Бля, я только что херачил пленку зеленую. Вот так она, блин, и улетает. А у нас что-то поменялось в комнате? Да нет, вроде. Теперь-то меня выпустят? Нет. А что надо сделать тогда? Вот и гроб открывается. Давайте своих сестер сюда. Бам. Половину, слушай, дамага впитала сразу же. Пойдет. Ну еще разок ее бахнуть. Ну только где он? По-любому сзади. Ай, тихо-тихо. Это вали. Ну хорош. Это все? Что-то как-то не густо. А с нее, наверное, что-то выпало, да? Ну, ключ, может быть. Хотя нет, я ключ только что подбирал. Это не то. Давай-ка в гробик заглянем. Вот у меня палка светится прямо на гробе. Да, вот она. Только аккуратненько. Оп. 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 Все мое. Предсмертная записка Каору Сендо. Я думала, что если я приму твои чувства, то все закончится. Мне больше не важно, что ты специально толкнула меня. Мне все равно, что я не могу больше ходить. Я прощаю тебя за все. Я не думаю, что мне следует быть здесь. Из-за меня ты ушла из-за меня. Я понимаю это сейчас. Ты будешь продолжать искать меня, неважно, где бы я ни пряталась. Неважно, куда я бегу, ты никогда не сдашься навечно. И поэтому у меня нет другого выбора. Молюсь об этом, в твоей тьме воссияет свет. То есть, вкратце... Одна сестра толкнула другую, и та стала инвалидом. Ну или может быть вообще умерла. Точно непонятно. Но еще глава не закончена. Мне кажется, полную историю их раскроют до конца главы. По крайней мере, я надеюсь. Ну типа... Че мне с ними... Всю игру что ли драться, что ли, с этими сестрами? Там же должна быть какая-то художница, по-моему. Вот она на четвертом этаже. Какая-то музыкантша вроде должна быть. То есть персонажи как бы, ну, явно не две штуки. Мне интересно, почему костюмы не открываются другие. Как бы дали пачку каких-то костюмов, но а где остальные-то? Как их открывать? Наверное, игру надо полностью пройти. Хотя там столько костюмов. Ну, открывай. Готов.
Может, остальные до кучи двери подергать, а вдруг? Что-то какие-то вот капельки или что-то такое слышно. Атмосферненько. Ключ убивающей луны. Все, использовали. Заходим. А как она сказала, это ключ от моей комнаты? Так, ну кукла какая-то жуткая. Где-то что-то светится, не могу понять, с какой стороны. Столе? Нет. Может быть, вот в этой корзинке что-то лежит? Сомневаюсь, что это ее комната, потому что, ну... Типа, чё, какого органа-то? Бля, пятнашки. Ненавижу твою мать пятнашки эти. Это коробка с узором кои. Не хватает крышки, которая открывает коробку. Или это не пятнашки? Асо Мисаки. Женщина, 7 лет. Комната 310. Убывающая луна. Возможно, зарождается. Наблюдается сильная потеря памяти, растущая неясность самоидентификации, боязнь зеркал. Непосредственный диагноз синдрома лунного света. Прогрессирование симптомов тяжелое. Как видно на примере пациентки из палаты 412, застывшая луна, прогрессирование синдрома лунного света четко связано с собственным духовным потенциалом пациента. Полное выздоровление пациенток, у которых синдром появился до 12-летнего возраста, очень сложно. Короче, до 12 лет, если они не выздоравливают, то все, хана им. Они часто кажутся выздоровевшими, но уязвимы к рецидивам, вызванным условиями жизни и эмоциональными травмами. Необходимо тщательно и подробно записывать ее состояние. Планируется экспериментальное применение процедуры, которая будет проведена на пациенте в 412 году. Чего? Это может дать подсказки о том, как лечить этого пациента. Что касается ее отказа разлучаться со своим особым другом, поскольку это позволяет ей оставаться стабильной, не пытайтесь насильно разлучить их. Это она в детстве. Не бойся. Пришло твое время лечения. Теперь как и раньше. Будь хорошей девочкой, не шевелись. Не о чем беспокоиться. Совсем не о чем. Короче, из нее делали профессора Ксавье. Ну, вот и драка будет. Какие у нее глаза большие. Здрасте. Оп. Сразу двоих хлопнул. Давай-ка, давай, давай. А, ну ладно. Мне интересует, где врач. Бам. Мужик, отвали. Давай-ка в сторону чуть-чуть. Я, наверное, не успею. Но хоть так. Давай-ка в другую сторону, неудобно тут. А где он? По прямой. Пойдет. Хлоп. Слушай, живой еще, падла. Давай. Надо, наверное, камнем его треснуть. Прям заряженным. Чтоб кадра не тратить. Где он? А, здрасте. Пойдет.
Так, где он? Бля, потом фрейм просрал. Печаль. Где он? Сейчас, секунду, я прочитаю, что написал. Мне тут надо доктора закирать. Пойдет. Да ладно, он еще живой. Ну ладно, добьем так-то. Когда что там смотришь в Ютубе, как готовят рыбу или мясо, сразу потом есть хочется. Ну, дело не только в Ютубе, просто когда ты смотришь на какую-то хорошую, ну, по крайней мере, интересный и вкусный рецепт. Хочется поесть, конечно. Да это у всех, наверное, такая. Угу. Это где шкаф у куклы, голова вывалилась? А нет, слушай. Ну, поднимай. Оп. Здесь какая-то папка. Устройствами, которые я изобрел на основе моих личных теорий, нужно обращаться с особой осторожностью. Здесь я запишу некоторые примеры использования. Фонарь духовного камня был создан для восстановления памяти каких-то там пациентов с помощью лунного света. Спиритическое радио. Используются кристаллы для специальных волн. Ну, чтобы услышать мертвых, короче. Чрезвычайно мощные мысли. Камера обскура позволяет не видеть невооруженным глазом тех, кто использует. Ну, в общем, камера обскура помогает видеть призраков. Остальное сильно прогнило и совершенно неразборчиво. Это бесполезная записка вообще. На комоде стоят старомодные радиоприемники, патефоны и фотоаппараты. Ни один из них не выглядит так, будто все еще работает. Согласен. Еще бы они работали. Так, и у нас еще где-то тут за ширмой, что ли? Да. Вот, как тут поднять-то эту штуку? О, дотянулся. Давай, оп. Оп. Все, берем. Небольшая панель с цветными карпами. Выглядит как часть большого узора. Я не хочу пятнашки. Ненавижу пятнашки. Их решаю просто случайно всегда. Где-то еще есть. Походу. Чтобы расставить кои для завершения узора, нужно открыть коробку. Понятно. Да, вроде подходит. Так, это... Вот так. Вот так. Вот так. Да ладно, у меня получилось. Чудо чудное, диво дивное. Коробка открылась. В коробке есть маленький ключ. Литой цинковый ключ. Фотография женщины без лица. Это я? Это, так полагаю, это мамашка какая-то его. 4, 4, 6, 7. Примерно так. Я думаю, какой-то код будет. 4, 6, 7, наверное. Не знаю, пока непонятно. Мамашка стопудово, мать. Кто это? Конец главы. Тебя уже на песни потянуло. Так, ладно, сохраняемся.
Ой, я помню, на музыкалке постоянно эту Катюшу пели. Искаженное лицо в зеркале, внушающая панику музыка, эхом разносящаяся по залу Рагетсу. Что за процедуры здесь проводились? Почему бывшие пациенты до сих пор преследуют коридоры? Сомнениями и вопросами, проносящимися в голове, рука просит, доходит до знакомой комнаты. Это была ее комната все эти годы назад. А, ну это то, что было в голове. Шестая фаза, ну, глава. Рука Миназуки. Лунная песня. Это, говорит, была моя комната. Обыщите свою бывшую комнату. А, все, я тут прям стою, да? Окей, она закрыта. Как я ее обыщу-то? Все понятно. И чё, куда идти? Пять девиц. Стой, мужик. Фоткать буду. Бля, не успею. Быстрей. Ай, да не в ту сторону. Я не успею его сфотографировать. Да все, он ушел. Ну, я был близок. Вроде призраки так вылетают, то что, ну, ты вроде знаешь, куда его направлять, чтобы сфоткать. Но тупо не получается навести, потому что у тебя же должен еще объектив загореться синим. Мало то, что он должен попасть в кадр. Кадр должен еще попасть в него. Так, ладно. Кстати, мы опять тут же. Коридор-то вот этот. И здесь открыто. Ну, давай, давай пройдемся. Что-то есть, уже вижу. Оп, возле кровати шарик. Берем. Оп. Оп. Все, забрал. Еще три камушка. Папа заставляет меня надевать маски. Он говорит, что они могут превратить меня во всякие разные вещи. Мама плакала. Папа и мама всегда ссорятся. Но папа говорит, что маски полезны для меня. Он говорит, что они могут перенести меня в такие места, которые никогда никто не видел. Ишь ты. У меня есть секрет от мамы. Он в коробке под... А, мне какую-то коробку искать? Или же надо еще обойти? Я не совсем понимаю. Они говорят, ищите комнату. Обыщите свою комнату. В итоге они ее закрыли. А, под печатью она. Теперь про коробку мне что-то вещает. Так, ладно. Пойдем каких-то там пять девиц искать на этой. Но я думаю, что это какая-то картинка. И она, скорее всего, на стене. Вот только на какой и где. Так, если это закрыто, то это тоже закрыто. Давай тогда за мужиком пойдем. Кстати, если это шестая глава, то осталось до конца, в принципе, не очень-то и долго. Так, слушай, ну уже, в принципе, близко к теме. Вон тут какие-то штуки. А вот и пять девиц. Все, отлично. Но я их пока фотографировать не буду. Я хочу посмотреть, что там за дверь. Кстати, сколько камней духа у меня?
21. Тут ничего. Давай, короче говоря, заряд. Да? Заряд. Кстати, у этой больше всего очков. 114 тысяч, ничего себе. На нее, значит, больше нападали, либо как-то у меня лучше получалось играть, что ли. Не знаю. А все у нас тут... Вот тут проход. Закрыто. Как хотите. Ладно. Пойдем фоткать картинку. Пока ведут за руку, слава богу. Оп. На фотографии что-то появилось. Размазанные лица. А там, по-моему, было целые лица у них были. Лица всех людей искажены. Что-то выпало из выдавка фотографий. Выпало, и мухи налетели. Оп. Ключ «Тихая луна». Это старый ключ, прикрепленный к деревянной пластине, на которой выгравирован узор дикой серебряной травы. На обратной стороне таблички написано «Комната 308. Тихая луна». Ну, я знаю, куда идти, как бы. А вот здесь вот, в этой четвертой части, они показывают, для чего тебе этот ключ. Но если у тебя есть какой-нибудь код, еще что-нибудь, то ты его не... Ой, мужик, здрасте. Ну давай, быстрее поворачивайся. Все, я его даже не могу сфоткать. Мы в обход пойдем. О, художница. Хоть и совсем плохо, да? А чё ты её? Вот, мужчина рисует на полу. А, это мужчина. Ладно, мужчина так мужчина. Я думал, женщина. Значит... Ползущий человек. Но мы сейчас с ней будем драться. Что тут получается? Это, видимо, какая-то жрица или что-то такое, которая в самом начале за нами бегает и до сих пор бегает. Какой-то призрак самый сильный, которого даже не вариант убивать сейчас. И вот, я так полагаю, это какой-то ритуал был нарисован, что ли. Жутковатые картинки. Веселые, но жутковатые. Что-то можно стащить с этой комнаты. А ванна грязная. Походу, этот художник в этой ванне и скрылся. Ну, а значит, то, что мы за предыдущую девчонку играли в красном платье, у нее, значит, история как раз про этих, про девчонок, которые вот с коляской инвалидной там и так далее. А у нее, видимо, другой какой-то сюжетец. У нас же еще и детектив, у которого тоже свой сюжет. Но, тем не менее, они все объединены между собой про ритуал. Целых 20 камней. Ну ничего себе. Давай-ка что-нибудь вкачаем. Да давай вот чувствительность. Что-то я как-то... Вообще не качал чувствительность. Хоть ей больше всего призраков доставалось, но, по-моему, у нее самая плохо прокачанная камера. Старая тетрадь. Видения берут под контроль кисть в моей руке. Черная, безмолвная, меня там нет. Никого нет, нет ничего.
моя память окрашивается в черный свет, затем этот черный свет еще больше стирается, становится еще темнее, не остается ничего, кроме черного цвета. Видение появится только из этого полотна абсолютной черноты. Приходи несколько раз. А кого он зовет? Ладно, пошли в дверь. Подожди, или я тут отсюда вышел? Ничего не понимаю. Я сюда пришел. Такая музыка давящая в коридоре на ухо прям. Так, так, так. Вот, ну давай сюда пройдем. Это еще один проход в коридор, просто сквозная комната. Угу. То, что не открывалось, теперь открывается. Подожди, они мне же дали, да, какие-то эти... Какой-то ключ, по-моему, или это не то. Вот есть, короче говоря, художник, да? Что они мне хотели об этом рассказать? Ванна покрыта краской разных цветов. Угу. Капитошка в ванной лопнул. Окей. Я просто зашел в комнату, собрал записку и собрал этих камней духа, все. Стены украшают различные картины, на большинстве из которых изображены человеческие фигуры. Все лица искажены и раскрашены странные цвета. Так, ну, было дело, да. Дальше-то что? На полу нарисована тревожная картина. Женщина в красном с искаженным лицом стоит в окружении множества людей. Различные картины, ну, ясно. Вот вели они, вели меня вот в эту комнату. Чтобы что? Не знаю, давай выйдем в коридор. Особо вариантов нет. Может кто появится? Здесь я уже был. Хорошо. Вот эта комната, по-моему, да, была закрыта? Вот, ключ Тихая Луна. Я совсем что-то забыл про это. Теперь получается, я в своей комнате, да? Там какой-то странный шум. Это была моя комната. А, это ставни шумят. Ну не просто так они шумят, дергаются. Интервью с пациентом Рука Ямацуки. Здесь старая кассета. Это запись беседы с пациентом. Давай послушаем, может что скажет. Запись началась. Как ты? Что вы чувствуете? Когда я надеваю маску, я превращаюсь в кого-то другого. Я не знаю, что происходит, как будто я сплю. Голоса приходят медленно. Когда это началось? Вчера? Я не знаю. Маска? Папа говорит, что ты можешь превращаться во всякие разные вещи. Но он тоже другой. Папа теперь другой человек, я вижу. Я могу идти домой? Скоро, очень скоро. А папа тоже станет лучше?
Да, ему скоро станет лучше. Ты тоже скоро сможешь встретиться со своей мамой. А с моим папой? И все, и запись оборвалась. Такие дела. Это она же играет. Тут есть еще что-то? По-любому что-то есть. Вот ей плющит. Это она же в детстве. Я была здесь. Что со мной здесь произошло, я не могу вспомнить. На полке стоит маленькая музыкальная шкатулка. Вы не говорите, что мы сейчас будем играть музыку? О-оу. Это музыкальная шкатулка играла? Так, вот, на подушке что-то появилось наконец-то. Чик, чик. Дневник руки, это мой дневник. Я уже давно в больнице. Я подружилась с девочками моего возраста, и медсестры очень хорошо ко мне относятся. Но иногда мне все равно грустно. Почему папа заставляет меня носить маски? Он носит их, но почему я должна это делать? Когда доктор играет для меня музыку, я начинаю вспоминать страшные вещи. Я хочу выздороветь и запомнить их для мамы, но они слишком страшные. Мой дом, маски, мой папа. Я вижу папину спину. Он поворачивается и... Остальное неразборчиво. Так, еще что-то есть в этой комнате. Подожди, а если обойти кровать как-то? Вот, что-то где-то появилось. Раз, два, ну давай, третий. Пять камней. И еще что-то есть тут. Так, и это что-то, скорее всего, пропал Ког, как она только что играла. Так, ну давай сфотографируем. Что такое Ког? Я знаю, куда идти. Шестеренка. Надо поставить ее на место. Ну, давай сходим тут недалеко. Сейчас дверь откроют. Что-то тут все ставни туда-сюда гуляют, как будто сквозняки. Так, а комната вот эта же. Ну, по идее, скоро и драка какая-нибудь начнется. Оп. Маленькая шестеренка для колыбели. Нашли. Ну вот и драка. Серьезно, опять? Бля, не успел. Почему этот врач, он прям всех девчонок, я смотрю, кошмарил. Поэтому мы часто тут с ним деремся. А что тут все засветилось ярким таким? Что за глюк? Блин, его хоть как-то надо откинуть. Очень близко он ко мне подошел. Света передачи вернулась. Сел? Ну, вроде как. Но не добил. Ну давай, это уж точно последний. Я даже пленку тратить не буду. Хорошо. Все. С него ничего я же не выпила, да?
Так, тут пусто, короче говоря. В этой комнате. Второй раз уже с этим врачом тут деремся. По-моему, они начинают повторяться. Уже становится надоедливо, что ли, драться с одним и тем же врачом. Врач и медсестры, в принципе. Больше никого. Не знаю, в первой и второй частях побольше было разнообразия врагов. Ставила зубчик механизм музыкальной шкатулки. Он не работает, зубчатка находится не в том месте. Ага. Подожди. Надо большую, наверное, сюда поставить. Да ладно. И большая не лезет. Даже маленькую тогда. Вот. Все. Маленькое нашли применение. Надо, чтобы они все работали или как? Все. Походу, на что все работало. Бля, тогда до сюда не дотягивается. Нижнюю же мы не можем убрать. Так, у нас есть сколько? 5 шестеренок, короче, да? Нужно, чтобы крутилось все. Почти. Вот нижнюю бы как-нибудь поставить, так еще хитро. То одной не хватает, то двух. Так, ну они возвращаются, короче, обратно на первоначальное положение свое. Куда бы ее поставить-то? Так. Все отлично. Все шестеренки соединены. Сейчас мы, наверное, еще играть будем эту же мелодию.
шкатулка начала играть. Сыграйте песню музыкальной шкатулки на пианино. Я знаю эту мелодию, я могу вспомнить больше, если сыграю ее на пианино. А мне вот кажется, что я тут что-то не подобрал просто еще. Ладно, сделаем. Сначала это дело с пианино. Согласно оценке, это должно звучать вот так. Я знаю эту песню, я слышал ее раньше. Я сыграл или нет? Да, сыграл, слушай. Вот оно. Эта песня. Послушай, Рука, когда-нибудь, когда ты сможешь играть еще лучше. И что? Где это? Мне кажется, что я знаю это место. Пощади территорию. И чё, а почему все в черно-белом? Дневник. Сегодня я играла в саду и слышала звук тук-тук с рабочего места. Я подумала, что это мой папа. Я давно не видела папу. Папа всегда делает маски. Мне грустно, что его нет здесь, чтобы обнять меня или поиграть со мной. Когда я спрашиваю маму, когда закончится его работа, она никогда не отвечает. То есть мы в каком-то флешбеке ее, да? Ну да. Только комната другая немножко. Так, вот это что за чулан такой? Ничего полезного? Как хотите. И дальше. Мне туда надо за ногу идти? Подожди. Еще дальше проход. Ладно, не будем торопиться, пошли за ногой. Ку-ку. Рука. Саяка смотрит во двор. Дороговато мне эта Саяка обошлась. Это все? Что-то есть. А где этот предмет-то? Вот, а, на подушке. Дневник Саяки. Это мамин. Я видела, что Рука стоит в саду, купаясь в лунном свете. Я бросилась и обняла ее, но она, казалось, даже не заметила меня, просто бормоча про себя. Ее выражение лица было совершенно пустым. Как будто этого было недостаточно. Она начала бояться зеркал. Я должна поговорить с доктором Хайбарой, пока она не расцвела. Есть кое-что, что я хотела подарить Руке. Но я не думаю, что она еще в состоянии это принять. Я подожду, пока ей станет лучше, и она сможет снова показать мне свою прекрасную улыбку. Там двор, да? Ну, какой-то сад, короче говоря. Я в нем еще не был. Опять что-то на подушке лежит. Ну, рядом. Он заставил Руку примерить маски. Перед алтарем разные виды масок. Он заставил ее сделать это. Почему Рука заболела? Он сделал это с ней. Он изменился. Каждый день он все дольше и дольше проводит в мастерской. А когда приходит домой, вокруг него такая неописуемая тяжелая аура.
Мне кажется, что в тени в его глазах потемнели, а странный свет за ними становится все ярче и интенсивнее с каждым днем. Он говорит со мной с таким нетерпением, как будто у него нет времени, но он даже не говорит нам, зачем он гонится. Но что бы это ни было, он явно готов пожертвовать всем ради этого, даже нами. Что движет им? Одна мысль об этом заставляет мое сердце, которое так хочет доверять ему, трепетать от страха. Вернется ли мой Соя домой ко мне, когда эта работа будет закончена? Нет, он никогда не вернется. Так я думаю. Он больше не тот Соя, которого я когда-то знала. Соя, в которого я влюбилась и от которого у меня родился ребенок. Наш ребенок. Я должна забрать руку от него. Короче говоря, папашка ее совершенно... Я окончательно бесповоротно повернулся на этих, как его, на масках. Дочери применял, в общем, и все такое. Одержимость. Короче, пошли вниз туда. Там, скорее всего, мы сейчас будем в сад спускаться. Вот в этот вот. Куда у нас мамашка смотрела. Да, тут мало, конечно, чего видно. А что за преграды такие? Она же не пройдет туда. Ну да. Единственный ход. Что-то как-то я все равно еще не в саду. Дверца шкафа задвинута. Похоже, что одеяло, находившееся внутри, развалились и заблокировали дверь. А мне бы сохранение какое-нибудь. Че, где? Где кто? О, здрасте. Ну это она же маленькая. Девушка смотрит на луну. Она уже прям готова вся к ритуалам. Фотография человека и маски. Это фотография моего отца. Он папаша. Буратино стругает. Ну или Пиноккио. Отец. По-моему, великоват у него инструмент для такой работы. Ты опять забыл, рука? Саяка сидит в кресле. А все, флешбэк закончился. Нашла ключ, маленький, с цветочным рисунком. Куда мне его тащить? Сейчас драка опять будет. Сейчас ее раз и утащат под кровать. Книжки. Узнайте, как использовать малый ключ с дизайном цветка. Завтра фестиваль. Я смогу надеть маску и посмотреть на танцы. Я с нетерпением жду возможности пойти посмотреть на это вместе со всеми, но я не хочу забывать вещи, как я забываю, когда надеваю другие маски. 2-0 почему-то. Эта болезнь заставляет меня забыть то, что я помню. Уходят люди, которых я больше не могу встретить, и люди, которые умерли. Папа уходит. Когда я пытаюсь вспомнить его, мне становится страшно. Но если я не вспомню его, он уйдет. Папа в моей голове умрет. Я боюсь. Я боюсь вспомнить. Но не уходи. Здесь маска. Она выглядит знакомой. Это маска. Мне ее с собой надо взять? Ну, видимо, без маски меня никуда, наверное, не пустят. Это маска. Кстати, вот здесь ей сколько там? Ну, меньше 12 лет, по-моему, да?
лет 7-8 ей тут. А маска-то должна быть уже больше, она ей тупо на лицо не налезет. Все готово, сестра. Этот человек. Тот, что был раньше. День фестиваля. Нет, день, когда меня забрали. Я не могу дышать. Когда они забрали меня. Что они со мной сделали? Что-то как-то насыщенная комната, по-моему, чересчур. Просто на каждом углу что-то где-то вот у нее какие-то там флешбеки, какие-то мысли, воспоминания. Еще вот ключик какой-то дали. Почему маску не взяла, мне интересно. И что с художником вообще в целом будет? Мне показалось, тут свет, короче. Ну, тут, по-моему, больше уже ничего нету такого. Да, комната пустая. Ладно, выходим. Куда-то этот ключик надо применить. Ну-ка, подожди. Угу. Кстати. 10 штук у меня. Замедляет призрака. Ну все. Все экипировано так-то. А, стой. Я еще не посмотрел. Предметы. Ключ с цветочным рисунком. Цветами вишни. Похоже, он предназначен для книги или маленькой шкатулки. Подожди. Единственную шкатулку, которую я видел, так это вот здесь. Не то. Ну там у художника я никаких шкатулок не видал. Может быть, для книги какой-то, но опять же, какая книга? Где искать? В библиотеку спускаться, что ли? Вообще не исключено то, что меня сейчас будут как-то ввести до определенной точки. Но на карте это явно же, да, ничего не отображается у нас. Ладно. Может быть. Пропылесосив все возможные локации, найдется что-то по дороге. Так, тут художник, тут ее комната. Ладно. Ой, здрасте. Пациент держит голову. Куда он ее держит-то? А он вроде нормально. Стоит. Голова у него. Ну, иду, кажется, правильно. Если призраки разные вот вылетают, значит, все как надо. Записки медсестры. На лазарет опустилась тяжелая атмосфера. Сотрудники умирают, пациенты исчезают. Внезапно навалилась тоска. Мне кажется, что с того дня поведение пациентов стало еще более странным. И медсестры, и пациенты раздавлены этой меланхолией. Я пытаюсь отвлечься от этого, сосредоточившись на своей работе. Я выполняю обязанности медсестры Тона после ее смерти, наблюдая за третьим этажом, пока ей не найдут достойную замену. Не успела я приступить к ее работе, как услышала, что пациентка уходит. Одна из похищенных девы. Я не успела приступить к ее работе, как услышала, что одна из похищенных девочек уходит. Меня наводила порядок в ее комнате, когда нашла дневник ее матери. Они оба покидают остров, поэтому я сомневаюсь, что кто-нибудь вернется за ней в ближайшее время. Этот остров может иметь болезненные воспоминания для них, но что бы ни случилось, он всегда будет их домом. Они могут вернуться однажды. Я буду беречь его для них, пока они не вернутся. Падла. Ты чё, упрыгиваешь?
стоит она на посту, медсестра. За 1000. Ну давай зайдем. Опять ключ с цветочком. Еще 2 дневника. Зашибись, вообще игра вылетела. Да ладно. Это ты прикинь, сколько переигрывать. Сейчас посмотрим. Да, заново глава практически полностью. Отстой. Короче говоря, я примерно дойду до того момента и сохранюсь. Не вижу смысла сейчас еще почти 40 минут или сколько тут переигрывать с этого косяка. В этом, ладно, будем на этом закругляться. Делать. Вдруг вообще у игры файлы биты, и поэтому не получится дальше пройти. Ладно, посмотрим. Я сейчас вне стрима попробую то же самое все это сделать. Потом продолжим на следующем. К сожалению, так. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Удачи, пока.